Хотели устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но... Парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и... Эти парни слишком много себе позволяют. Ну, вы меня поняли, да? Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Да, надо заглянуть за дверь, конечно. Так. А может... Не, все же надо. Так. Да. И как мне открыть эту сраную дверь?
больше не любишь? Я, бежим! Боже! Нам нужно укрыться! Здесь безопасно? Думаю. Да, здесь мы будем в порядке. О, привет! Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов. Не так ли? Ну вот, одним меньше. А как же Конрад? Ему, точнее вам, следовало быть осторожней. Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете, надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам, дать подсказку. Без подсказки? Вы полагаете, что вам хватит тех сведений, которые вы нашли сами? Что ж, удачи. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Наверняка проклят. Это единственное объяснение той хрени, которая тут творится. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? Погодите, а где Конрад? Кто-нибудь его видел? Мы разделились. Я его видел. В смысле, я и Флис, так? Видела мельком. Я пыталась его догнать, но он исчез. Как исчез? Почему? Тут что-то не так. Может, он ранен? И серьезно? Ноги у него шустрые, как и язык. Я за него спокойна. Так, немедленно возвращаемся и ищем моего брата. Джулия! А вдруг он там умирает? Нужно идти! Конечно. Но не сейчас.
Что за херня с тобой творилась? Брэд, тебе же крышу снесло! Ты чуть меня не убил! Что? О чем ты? Да ладно! Что за ерунду ты несешь? Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь. Я знаю, просто... Не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно. Но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Видели золото что-нибудь? Маньчжурское золото никакое не золото. Это жуткие химикаты. Растеклись во втором отсеке трюма. Да. Наши друзья-рыбаки тоже едва ли ожидали чего-то подобного. А вот такой сюрприз. Что здесь произошло на самом деле? Я не знаю. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Стрёмное место. Вот реально, все время волосы дыбом. Я долбанулась, или это корабль-призрак? Ну, можно и так сказать. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Надо валить с корабля. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полные задницы. Нашли выход? Увы, нет, но я буду искать. Эй, мне нужна помощь. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Я помогу. Здесь я бежала за Конрадом.
Сюда. Тут можно пройти. Вы нашли радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Наши шансы на выживание я ценю невысоко. Смотрите! Не может быть. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. Если такая погода сохранится... О, работает! Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть! Есть контакт! Ну же, это очень срочно! Прошу! Повторите. Повторите. Прием. Мы на старом грузовом судне. Кажется, его название «Ранг Медан». Алло! Алло! Вы меня слышите? Ну же, прием! Сюда! Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Серьезно? Ты? Да ладно. Что, испугался собственной тени? Испугался, что мой тупой брат убьется. Давай, покажи мне братскую любовь. Ну,
Если ты хочешь, я в тебя верю, бро. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь, честно. Эй, раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ну что, Джулия, ты и я. Кости целы? Все на месте? Все целы. Эй! Ну-ка потише там! Что будем делать? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Ладно, мы будем ждать у радио. Эй! Ты первый. Это, видимо, нижний уровень корабля. Похоже, какие-то разборки. Хотел бы я, знаешь, кайфануть. Что за хрень ты несешь? Но при других обстоятельствах этот корабль был бы крутейшим местом для исследований. Серьезно? Вот уж нет, вовсе нет. Сказала так, кто первой погрузилась к Крэгу. Заткнись. Наверное, сын кого-то из экипажа. Иди посмотри. Смотри, там внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора.
Лестница обрывается. Кажется, я могу... Стой! Ты в порядке? Да! Я в норме. Спускайся. Господи! Чего? Смотри, там... Это... Стой! Ты не видела? Ау? Так, значит, у меня глюки, а у тебя нет? Значит так. Вот что я думаю. Этот корабль вез манчжурское золото. Ну, то есть, на самом деле опасные реагенты, верно? И тут везде этот странный туман. На всем корабле. Может, это манчжурское золото? И может, оно сводит нас с ума, понимаете? В смысле, я точно видел какую-то хрень, которая казалась такой реальной, но... Вдруг ее не было? Экипаж был чем-то до смерти напуган. Ничего не было. Не на самом деле. Это все галлюцинации. А с упавшим самолетом это никак не связано? Ну, может, и был контакт. Может, они наладили связь. В общем, как вариант. О, боже. Ладно, идем дальше. А знаешь, чего я хочу? Сухие шмотки? Да. Посмотри! Это ребризер! Походу, они с нашей яхты притащили. Он еще работает? Он тяжелый. Он будет нам мешать. Ты с ума сошла? Пол корабля затоплен, он может спасти нам жизнь. Thank you.
Зачем он его убил? Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь. На смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Эй! Да, конечно. Эти двери способны выдерживать многое. Ну все, все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно. Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Послушай, мы не враги тебе. Мы просто хотим выбраться. Пожалуйста. Простите, нет уж. Если вы дышите, значит, выбора у вас тут нет. Так что решать уже не вам. Ага. Вот опять! Опять все переменилось! Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману! Что? Здесь нет тумана! Не вдыхайте! Не вдыхайте туман! Что за туман? Ты наверняка его видел. Он повсюду. Он желтый. И он расползается. Уже внутри. Уже внутри нас. Все. Пожалуйста, успокойся. Стоп. Стоп. Туман в кондо. Из нас? Никаким странным туманом я не дышала. Уверяю тебя. Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Ладно, хорошо. Да, там и правда что-то такое было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. В тебе есть туман? Ну да. В смысле, мы все немного вдохнули, но... Нет!
Жди возле радио. Зачем? Иду на уровень ниже. Может, там есть полезное оборудование. Постараюсь недолго. Подожди меня здесь. Трамблера у их босса. Я его видел. Надо идти за ним. Наверное, это мы и слышали. Господи, что это? Какая разница? Нам нужна крышка трамблера. Вот! Он точно пошел туда. Посмотри! Вон он! Сможем перебраться? Ну да. Я туда не допрыгну, Алекс. Я поищу другой путь. Черт! Жесть! Ты смотри, вот бывает же везение.
Походу, на Дюке мы не уплывем. Мы тут застряли. Жуткая смерть. Еще разок спуститься. Нет. Ты что? Ну там же должна быть какая-то еда, нет? Консервы там, пайки. Не знаю, что там есть, но лезть туда нельзя. Мы умрем от голода. Я попытаюсь вывести Дюку в Милан. Как ты это сделаешь без мотора? Лучше на нем, чем на этом сраном корабле. Ну, решено. Ну что, наверное, знаю. Я тебя не брошу. Я вернусь. Я знаю. Вот и все. Конец игры. Свободны. Ну, пока что. Но вы всегда можете попробовать еще раз. Постараться добиться большего. Не очень счастливый конец. Или счастливый. Зависит от того, что вас радует. Правда? А крышка распределителя? Бум! Досадно. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще. Но знайте, мы встретимся. Это неизбежно. У
Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand.